Найду тебе применение. Канистра. Вот так. Хорошо. Само собой. Черт, патронов мало. Прилягу ненадолго. Нормально.
кристалл нужен. Беру. Фу, есть. То, что надо. Завалил.
Ну, лезь уже! Не пропадать же мясу. Только и водятся, что убийцы, намады и бандиты. Черт! С какой стороны палит? Вот ты где. Валим! Валим отсюда! Черт, гори, ублюдок! Ловушку. Помочь. Это я возьму. На помощь! Скорей! Мне нужна помощь! Я здесь! Тихо, тихо, тихо! Все хорошо. Эй, слушай, водища тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Что? Что? Лагерь? Есть лагерь? Какой лагерь? Где? Где? Покажи. Я пойду. Peaceful Lake, Марк Коупленд. Там безопасно. О, спасибо, спасибо. Черт, я думал, у меня конец. Мне... Я бы сдох, понимаешь? Большое спасибо, я не... Спасибо, спасибо. Я Дикон, они меня знают. Беги, старайся на глаза не попадаться.
Откройте ворота. Коб говорит, ты много помогаешь в лагере. Он это ценит. А? Тебе что-то нужно? Эй! Мэнни, как поживаешь? Чё, проблемы? Буду ждать. Лан, пока, Дик. Как дела? Привет. Стоящая вещь. Хорошо. Пока. На сегодня это все. Пахнет тухлыми яйцами. Жри, что даю. Привет. Но как поживаешь? Привет. Хочешь что-то предъявить? Ты молодец. Это все. Ага. Еще увидимся. До скорого. Не думал, что ты так зачастишь сюда. Привет. Эй, ты прям сюда зачастил. Мэнни, я тобой все еще недоволен. Тебя заправить? Пока. За работу. Патруль бандитов, черт! Кто там? О чем ты вообще? Здесь никого. Вот и все. Почти без потерь. Хорошо. Вот ты где. Ради всего...
Я сейчас! Подожди! Черт, только бы не увидели меня. Что-то видел. Кустарник! Ничего не видно! Проверить кустарник! Я ранена! Я ранена! Ну, наконец-то! Давай мириться! А то ерунда получилась! Достай пушку и выходи! Посидим, поговорим! У нас тут жратва, бухло, тёлки! Давай! Гори, ублюдок! Вот он! Вот он! За ним! Попался! Нет, нет, нет! Надо перезарядить! Thank you.
Это люди! Черт! Надо убить их всех. Всех до одного, кровожадные ублюдки. За остальными. Нет! Давай! Мозги! Приходи, да?
Куда он делся? Вроде он был здесь. Был же здесь. Что-нибудь видишь? Черт! Удрал. И ведь рядом был. Так и не нашли? Черт. Эй, выходи, покажи. Убивать не будем, честно. Одна книга осталась. Всех уложил. Вот так вот. Теперь уже вас застали врасплох. Что нравится? Ну ладно. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Это радио «Свободный Орегон». Правда освобождает. Мы будто снова оказались на Диком Западе. И многие делают вид, что закон и порядок остались в прошлом. Но, насколько я знаю, мы по-прежнему в Соединенных Штатах Америки. А в этой стране право собственности непоколебимо. Мы имеем право на эту территорию, жить на ней и защищать ее. Да, когда-то мы забрали ее у индейцев. Историю не перепишешь. Но мы забрали ее силой. И только сила поможет нам сейчас двигаться вперед. Мы не склонимся перед бандитами. Если федералы, упокоители или мародеры решили, что могут хозяйствовать...
хозяйничать на моей территории, их ждет разочарование. Выживают сильнейшие и побеждают сильнейшие. С вами Марк Копланд. Это радио «Свободный Орегон». Не верьте лжи. Боже ты мой, закон и порядок – это все уже в прошлом. Что ты несешь? А, ну хотя ты верно заметил. Если хочешь теперь чего-то добиться, нужна сила. Сила и куча патронов. Что это у нас тут? А, карта. Это что? Инструкция. Вот то, что надо.
это поправимо. Вроде порядок. Еще что за звук? Тут регистратор Неро. Эй! Что-то я не хочу это слушать. Я так устал. Да, понимаю. Сам тоже задолбался. Слишком много. Я сбился со счета. Эй, ты путевой лист смотрел? Куда следующее пойдет, а? К ранчо Iron Butte. Они там начали новые раскопки возле курорта. Вот богачам была малина. А сколько дом на девятой лунке стоит теперь, когда по соседству с ним братская могила, а? Да уж, точно. Эй, что такое? Эй, что они делают? О, господи, тормози, тормози! Не-не-не, мы врежемся, не! Видимо, путевой лист вы так и не заполнили. Ну, неважно. Их там было еще до хрена и больше. Еще один инъектор. Хорошо. Стероиды. Вот что это такое?
что надо. Порядок.